Добрый день. Сергей Грицина, Бостон Техник. Представляю вашему вниманию картофелеуборочный комбайн Гримни. Произведен он в Российской Федерации, Гримни Рус, в 2015 году. БР-150 модель. В отличном состоянии. Есть тягущее принимающее устройство, есть подключение трактора, как по электрике, так и по технической части. Работал он на хозяйстве в Свердловской области. Убирал, в частности, картошку. Он двухрядковый. Волки здесь. Транспортер здесь. Есть место для работы 4 человек. Рама. Прошел по кругу. Рама. Все в норме. Все в хорошем состоянии. Подтеков по гидравлике мной не замечено. Транспортеры также прорезинены на данном комбайне. Все говорит о том, что ваш урожай будет в сохранности. Но транспортную ленту не мешало бы посмотреть и, возможно, заменить кое-где. Потому что есть выработка по резиновой части. Ремни в удовлетворительном состоянии. Колеса. Расход резины порядка 50%. Как я ранее говорил, транспортную ленту надо будет и ролики перед сезоном обязательно проверить, возможно, заменить.